Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Глава ТУВЭ предложил новому руководителю Хакасии вместе бороться с нелегальным оборотом алкоголя. Шалбан Карол направил своему коллеге Валентину Коновалову письмо с предложением о сотрудничестве на этом направлении. Он, в частности, считает необходимым поставить под особый контроль одну из двух автомобильных дорог, связывающих два региона А-161 Абакан-Агдавурак. Шалбан Карол сообщил также, что основной поток оптовых партий нелегально-алкогольной и спиртосодержащей продукции поступает в ТУВУ именно по автодороге А-161. Несмотря на то, что республика организовала со своей стороны регулярный досмотр транспорта, количество попыток, а также объемы ввоза контрабандного алкоголя в ТУВУ не уменьшается. По данным МВД региона, только в нынешнем году полицейские изъяли на этой дороге более 26 тонн подпольной водки. Сегодня в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Именно 19 ноября 1942 года в ходе Сталининградской битвы наши артиллеристы заслужили право отмечать свой профессиональный праздник. Артиллерия – старейший род войск российской армии, ему почти 500 лет. И за это время изменилось многое. Все начиналось с собранных кустарным способом метательных приспособлений, способных в ряде случаев лишь испугать врага. И продолжается инновационными, лучшими в мире ракетными комплексами, которые одним лишь своим видам дают понять, что Россия надежно защищена и воевать с нами бесперспективно и крайне опасно. Сейчас в артиллерийских войсках только города Юргы Кемеровской области служат более 100 жителей ТУВЫ. Я служу в городе Юрга Кемеровской области, в войсковой части 59-361, командиром орудия. Я служу там с 2014 года, это уже у меня второй контракт получается. Стоит отметить, что на сегодня в обработке пункта отбора военнослужащих по контракту в Кызыле уже более 70 желающих служить в артиллерийской бригаде Кемеровской области. Как отмечают в пункте, служба по контракту Министерства обороны страны не только престижна, но и дает некоторые преимущества. Если сравнивать сейчас военную службу по призыву и по контракту, да, то определенно есть преимущество перед военной службой, ну, в пользу военной службы по контракту. Почему? Ну, во-первых, это денежное довольствие в десятки разы превышающее довольствие военнослужащего срочной службы. Если сравнивать, то, грубо говоря, так, срочники в кавычках получают 2000 рублей, а военнослужащий по контракту денежное довольствие может достигать до 45 и выше, в зависимости от региона, где он проходит службу, и от надбавок, которые он имеет. Вот. В армии доплачиваются за сдачу физической подготовки нормативов, да, то есть если, допустим, на гражданке люди платят за то, чтобы ходить в спортзал, то в армии как раз наоборот, за то, что вы ходите в спортзал и приводите себя в хорошую физическую форму, вам за это будут доплачивать. Это второе. Значит, касательно дальнейшего развития, да, конечно же, военная служба по контракту – это очень большой скачок, да, или, возможно, так сказать, ступенька первая такая к карьерному росту. То есть все зависит от человека, как, впрочем, и на гражданской службе. Если человек добросовестный, зарекомендовал себя, если он ответственный, на него можно возложить какие-то миссии, то он и в военной службе начнет дальше продвигаться. Кроме того, в соединениях и частях ракетных войск и артиллерии внедряются новые формы обучения. В соответствии с опытом ведения современных войн происходит переход к комплектованию подразделений военнослужащими по контракту. Минтопэнерго ТУВЫ сообщает, что в селах Мугуракса и Кызылхая приграничного Мангунтагинского района ТУВЫ монтируются солнечные электростанции, цель которого является проведение энергоэффективных мероприятий и модернизации системы энергообеспечения в данных селах. Строительство автономных гибридных энергоустановок ведет ООО «Юлдыбаевская СЭС». В настоящее время необходимые материалы и техника для строительства энергоустановок уже подрядчикам доставлены в село Мугураксы. Планируемая установка состоит из солнечных модулей общей мощностью 550 кВт, которая позволит обеспечить надежное, качественное и бесперебойное круглосуточное электроснабжение двух удаленных населенных пунктов региона. В свою очередь, принципиально это не приведет к росту тарифной нагрузки на конечных потребителей электроэнергии и позволит снизить нагрузку на региональный бюджет за счет сокращения субсидий на компенсацию затрат по поставке дизельного топлива. Строительство и эксплуатация автономной энергоустановки планируется полностью за счет средств инвестора. Капитальное вложение ориентировочно составляет 110 миллионов рублей.
Я курсах валют: доллар стоит 65 рублей 21 копеек, евро 74 рубля 22 копейки. Сарбашкынар болгаш папугайлар телегей деп телгелген национал музейінде сілеріні манап тұр. Двух сотрудников Федеральной налоговой службы заподозрили в служебном подлоге и в особо крупном мошенничестве. Подозреваемыми по делу проходит начальник межрайонной инспекции номер один и главный специалист, эксперт обеспечения управления ФНС. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва в отношении начальника МРИ ФНС России номер один по Республике Тыва, а также главного специалиста-эксперта обеспечения управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 292, это служебный подлог, и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». По версии следствия, в период с октября 2017 года по март 2018 подозреваемый, используя свое должностное положение и имеющиеся в этой связи должностные полномочия, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана похитили имущество общества с ограниченной ответственностью в виде денег в особо крупном размере на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. В настоящее время следователями при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России МВД Тувы проведены обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается. Интернет-мошенник из села в Кемеровской области развел жителей Тувы и Архангельской области. 27-летний селянин из Кемеровской области своего поселка Краснобродский раскинул сети, в которые попались жители города Кызылы и города Мирного Архангельской области. Схема развода была несложная. В группе жителей Кызыла в одной из социальных сетей аферист разместил объявление о помощи в оформлении кредитов. Клиентам оставалось только оплатить страховку или комиссию за денежный перевод. Как только деньги переводились на указанный счет с финансовым помощником, связь прерывалась. Так мошенник заработал на этом около 80 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении мужчины расследовано и уже направлено в суд. Теперь ему светит до 5 лет тюрьмы. В Туве прошла республиканская научно-практическая конференция медицинских работников. Так, в Центре русской культуры съехались все руководители медучреждения региона, где им врачи из Барнаула рассказали о своем успешном опыте внедрения системы менеджмента качества оказания медицинских услуг. Закуплены шкафы, потому что 44 отделения нельзя купить, фармацевтические шкафы и фармацевтические холодильники. Все красиво маркировано, у нас стандартизованная выкладка по системе АТХ. Вот это наше личное ноу-хау. У нас есть отдельный список, он в инструкции дважды даже оказался указан черным шрифтом, еще подчеркнуто. Стоит отметить, что в медицинских организациях республики также активно внедряется система менеджмента, главная идея которой – это создание комфортных условий пребывания пациента в лечебных учреждениях. Самая главная цель сегодня в России – большой тренд на внедрение стандартов качества и безопасности. Для чего это? Для того, чтобы снизить медицинские ошибки, чтобы снизить нежелательные побочные реакции, которые, к сожалению, возникают при оказании медицинской помощи. Сегодня работа по внедрению данной системы ведется во многих медицинских учреждениях Тувы, в том числе в республиканской больницах номер 1 и номер 2, Кызылской городской поликлиники и республиканской детской больницы. Вот это моя кровать, здесь мы живем на трое девочек. Сегодня в звездном доме проекта «Звезда Тувы-2. Перезагрузка. Кипит жизнь». У всех общий быт, кухня и общая цель – стать новой яркой звездой тувинской эстрады. Поэтому то и дело из трех комнат слышатся мотивы песен самых разных жанров. Стоит отметить, что режим дня у участников проекта буквально расписан по часам. Ведь каждый день с 9 утра и до 17 часов они посещают многочисленные занятия, чтобы как бы экстерном пройти боевую подготовку эстрадного артиста. Вот
Это сейчас Олег Сарыглар, заслуженный артист Тувы, проводит для своих подопечных занятия по вокалу. В этот раз в рамках проекта особое внимание уделили талантам с ограниченными возможностями здоровья. Чаян Андари, села Хандергейт Зунхемчикского района, не видит с рождения. Но на любовь мальчика к музыке это никак не повлияло. Я вот на тувинских равняюсь, таких как Эдуард Кужугет, Ренат Чурукай, Юлиана Ондар. Отбор проходил, ну, в общем, прослушивали меня. Ну, и не только меня, всех прослушивали. Исполнял я песню «Белеет ли в поле Пороша» и там тувинскую песню про животных. Все участники проекта из разных уголков республики, но всех ребят объединяет одно – это искренняя любовь к музыке и сцене. 25-летняя Айрана Декарола из Улхемского района всю свою сознательную жизнь увлекалась пением, и свое будущее девушка связывает только с творчеством. Училась вот в Казахском колледже искусств, ну не закончила, один год всего лишь там училась. Хотелось бы, чтобы стать знаменитым для Республики Тыва. Как говорит заслуженный артист Тувы Олег Сарыглар, нынешний состав проекта разношерстный по стилям исполнения. Ребята все амбициозные, талантливые, но есть над чем еще поработать. Ведь артист эстрады – это не только красивый голос, но и набор других творческих качеств. Вот ребята готовятся. В общем, для них очень это интересно. Для них это все очень ново. И к нам приезжают преподаватели, актерское мастерство, вокал, хореография, даже эстетика и этика. Вот такие уроки проводят. Ирина Юрьевна Тарханова проводит уроки эстетики. Владимир Боразович Оржак, хореография. В «Звездном доме» каждый день вовсю кипит работа, ведь впереди отчетные концерты, а значит, придется с кем-то распрощаться. И уже буквально в этом месяце станет известно имя новой звезды тувинской эстрады. В Кызыле завершился первый республиканский конкурс «Царство вкуса» от шеф-повара международного класса Николая Ильина, который проходил в Гранд-холле столичной. Участниками 10-дневных курсов, организованных Фондом поддержки предпринимательства и Министерства экономики Тувы, стали 49 работников общепита республики, включая многие районы. Мы, по сути дела, учили готовить блюда из локального продукта по классическим и современным технологиям. Мы апгрейдили блюда классической тувинской кухни до современного уровня для того, чтобы они были конкурентны и, скажем так, доступны по вкусу широкому кругу гостей, которые приезжают в Республику Тува. Каждый день слушатели курсов учились готовить что-то новое, в результате которого получали технологические карты на приготовленные блюда. Но самой захватывающей частью курсов стали финальные состязания участников. Победитель этого конкурса будет представлять Туву на отборочном этапе Всероссийского открытого кулинарного чемпионата «Шеф а-ля Рус», который пройдет на площадке Новосибирск-экспоцентра 21 и 22 ноября. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 18, минус 20, днем от минус 10 до минус 12. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам.